Прав ли инспектор? Данная брошюра была издана в 2006 году. С тех пор правила дорожного движения, административный кодекс, другие законы и подзаконные акты претерпели изменения. Поэтому сейчас сниму для истории эту брошюру и выкину ее. Кроме того, сейчас много доступной информации в интернете. Например, недавно опять пересдал экзаменационные билеты в приложении и вспомнил, оказывается, что налево там нужно поворачивать из крайней левой полосы. Вот. Статьи интересные, видеоролики, точнее, Александра Шумского смотрю. Вот расчищаю дачные полки. Спасибо.